А сегодня в топовую рамку попадает вот этот комментарий. Он первым продержался более 10 часов без ответов. И ты точно так же можешь оказаться в этой рамке. Для этого просто оставь креативный комментарий и, как было сказано ранее, просто первым продержись более 10 часов без ответов. Ну а где же я? Я тут, да. Да, садитесь, поехали, поехали. Петушка надо одного увезти, который хочет услышать. Умный слишком. Это который из них? А его уже нету. А, понятно. ППС подвезите. Окей, а я забыл, куда ехать-то здесь, это ППС, это куда получается? Вот на заправке, братан. Направо. Ой, налево. Да, бля, куда ехать-то? Один, скажите мне. Налево, да? Все, окей, я понял. Все, давайте, парни, удачи. Друзья, что здесь происходит? Я пытался начать серию, и как-то вот невзначай у нас здесь... Какая-то жесть. Ребята, в общем-то, всем привет, с вами как всегда Донни. И сегодня у нас новенькая серия по РП-боксу. Сегодня, ребята, я бы хотел наконец-то узнать максимальную скорость моей Subaru Impreza VRX STI. Но перед тем, как мы начнем, я бы хотел по традиции передать приветы всем тем, кто при регистрации на 7-м сервере указывает мой промокод. И сегодня ими стали Петр Мирный, Артем Петруков и Амирбек Талибаев. Спасибо вам, что при регистрации указали мой промокод, и большой вам привет. В общем, ребята, получается так, что я владею импрезой уже давно, примерно 2 недели, но я до сих пор не знаю ее максимальную скорость. Мы ее прокачали прям по полной программе, но я до сих пор не знаю ее максимальную скорость. Мы, в принципе, разгоняли машинку до 287 км/ч, но, ребята, я не знаю, максималка это или нет. Мне просто не хватало прямой, чтобы это узнать. Так, давайте мы сейчас посмотрим, что у нас по характеристикам, что у нас там по комплектации. А то я уже забыл. Так, значит, первым делом мы смотрим двигатель. Движок у нас максимальный стоит. Дальше трансмиссия тоже стоит максимальная, окей. Дальше тормоза у нас тоже максимальные. Можно, в принципе, поставить броню. Какую-нибудь вот такую, да? Почему бы и нет? Ну и как бы все, то есть больше ничего нет. То есть все по максимуму, ребята. Правильно я понимаю или нет? Давайте мы еще отремонтируем машинку. Так, а что у нас? Подождите, я не понял. Как это убрать? А как это убрать? Вот так вот, отлично. Давайте мы еще... Что это было? А что было с капотом? Капот, ты че? Все закрыто? Отлично. Давайте мы еще отремонтируем нашу машинку. Так, что мы можем сделать? Ну, как бы крыло, да, замена, стекло замена, бампера, все понятно, это можно в принципе сделать, капот, багажник, двери передние, задние и двигатель. Вот давайте мы поменяем движок, в принципе он у меня не дымится, поэтому я думаю, что он у меня здесь идеальный, но возможно, как бы он там поврежден. И поэтому, возможно, она не разгоняется. Вот знаете, я все это время пытался разогнаться на этой прямой, то есть прямо в городе, но у меня просто не получалось. Ей просто не хватает прямой. Поэтому у меня есть такая идея. Давайте мы сейчас сделаем следующим образом. Во-первых, я хочу взять разгон за поворотом. То есть мы берем вот такой вот разгон и разгоняемся. И по идее, я очень надеюсь, что мне хватит этой прямой. Там, конечно, поворот такой, блин, очень жесткий. Вот мы заходим на сотки в поворот. И, ребята, просто вдавливаем педаль в пол. Так, 200, 230, 240, 250, 260... 270, давай, да твою мать. Велик, где велик парня улетел? Ой, ну блин, как бы странно, что парень ехал прямо вот, блин, по второй полосе. Да елки зеленые, я опять не смог разогнать машинку, что ж ты будешь делать-то, а? Ладно, давайте вторую попытку. Так, берем разгон, входим в поворот. На сотке, отлично.
И давай, давай, давай. Так, 160, 180, 200, 210, 220, 230. Давай, давай, давай. Не мешайтесь, пожалуйста. 260. 207. Нет, нет. Ого. Давай, давай, давай. Нужен, нужен, нужен. 280. 280. Да-да-да. Я, ребята, просто не понимаю. Ей просто не хватает прямой. Ей просто не хватает, блин, прямой. Вот реально. То есть было опять 287, и я не ушел сейчас в осечку. Я просто, ребята, блин, куда нам ехать, чтобы узнать максимальную скорость? Ладно, ладно, так, вызываем эвакуатор сейчас, да? Только не упади, пожалуйста. Колесо одно уже висит. А, знаете что, в принципе, есть еще одно место, хотя нет, там... Там очень непрямое шоссе. Очень кривое, поэтому даже не знаю, стоит ли пробовать. Но было 287. В принципе, такую скорость я разгонял, когда мы гоняли с кубриком. Да, было дело. Но, блин, я... Вот просто нужна большая, хорошая, ровная прямая. Потому что я не могу даже узнать максимальную скорость машины. Я вот чуть не убился сейчас. Например, вот здесь смогу, интересно. Ну, блин, нет, потому что здесь нереально, потому что это очень опасно. Да, то есть сплошные повороты, и я просто не успеваю разогнаться. Да уж. 287 было. Ребята, кто... Окей. А, у меня же стоит эта супер крутая броня, поэтому Субару вообще пофиг. Ребята, кто разгонял максимальную скорость на Субару? На полностью прокачанном. Какая максимальная скорость у него? Я просто не въезжаю. А давайте мы сейчас кое-что попробуем сделать. У меня такая идея появилась. Хм. Кстати говоря, почему бы и нет? Короче, смотрите, получается, мы сейчас брали разгон на этой прямой, которая находится прямо в городе. Мы брали разгон с другой стороны, где получается очень узкая дорога. А если нам попробовать разогнаться с другой стороны, то есть вот с той. Да, то есть вот с той стороны. Нам главное просто зайти в поворот на скорости больше, чем 100 км в час. Вот, в принципе, и все. То есть мы так вот разгоняемся, да? Так, 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 так. И вот так вот мы заходим. 140, ребята, 100, 160, 180, 200. Давай, 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 давай. Субару 240, 250, 260. 270, ребята, давай, 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 280. Ну давай же, ну! 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 О, то есть, короче, ребята, было 293 вроде как, да, я просто улетел. То есть, я думал, что 287 это максималка, но нифига, ребята, нифига, это не максималка. Ё-моё, то есть там было 293, и еще дальше он разгонялся, то есть там даже не было близко к отсечке. Друзья, а какая получается у Subaru максимальная скорость? Так, нам, конечно, плыть очень долго с такой-то скоростью, да? Знаете, что меня расстраивает больше всего? Я не знаю, куда мне поехать, чтобы постараться разогнать максимальную скорость. То есть, по факту, есть хорошая ровная прямая по городу, по которой мы сейчас как раз ехали, либо шоссе кривое. В принципе, и все. То есть, если мы сейчас посмотрим на карту, то таких больших ровных прямых больше нет. Это самая-самая большая ровная прямая. И мне просто не хватает этой прямой, чтобы разогнаться. А как мне забраться наверх? Ага, все, я понял, спасибо. Слушайте, ну это жестко, конечно, это жестко. Так, вызываем сейчас эвакуатор. Давайте посмотрим, куда еще можно поехать. Да по факту больше нет мест. Есть еще один вариант. Есть, конечно, один вариант взять еще больше разгон перед поворотом. Почему бы и нет? Ух ты ж, ни хрена себе, что это было. Так, мы сейчас не разгоняемся, мы сбрасываем скорость, чтобы не улететь никуда.
И вот, то есть, сейчас мы разгоняемся по этой прямой. О, твою мать, Алёша, Алёша Попов. Сори, бро. Так, вот, то есть, мы, предположим, разгоняемся отсюда. Главное зайти в поворот без проблем. Так, 100, 140, уже 150, да. И вот сейчас мы так вот поворачиваем. Блин, ну там, конечно, было, да, там я сбросил скорость, поэтому... Потому что я уже боялся, что улечу в столб. И в итоге сейчас 200, 220, 230, 240, 250. Давай, 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 импреза, ну давай. Нитро бы ей, ух ты ж твою. 280, ребята, 280. И опять мне просто, да, мне не хватает, я уже по тормозам даю, потому что это уже бесполезно. То есть на 290 я бы просто улетел. Да, ребят, вот такие вот у нас дела. Фиг его знает, какая максимальная скорость у импрезы. В общем, будем ждать, пока разработчики добавят еще большую прямую, на которой можно было бы узнать максимальную скорость нашей импрезы. Потому что знаете что? В принципе, у меня стоит максимальный двигатель и максимальная трансмиссия. То есть максимальная скорость плюс максимальный разгон. Но блин, этого нам просто не хватает. Это очень странно. Ладно, ребята, я думаю, на этом мы будем эту серию заканчивать. Я очень надеюсь, что она вам понравилась и вы поставите лайк под этим видосиком. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!